Здравствуйте, с вами я, Светлана Тульская. В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протоколом запротоколировал, как интервьюером и лигурийский регулировщик речисто, да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал. Да так зарапортовался по размагропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохтом хохотали и кричали турки, которые начерно обкурен трубкой. «Не кури, турка, трубку! Купи лучше кипу пик! Лучше пик кипу купи! А то придет бомбардир из Бранденбурга! Бомбами забомбардируют за то, что некто чернорыл у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле. Да и Клара краля в то время кралась Кларю, пока Карл у Клары кораллы крал, за что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе декотниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех не смех не уложить в орех. А Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было, и не до декотниковой вдовы, и не до декотниковых детей. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Не вместились все дрова. И два дровосека, два дровокола, дроворуба для расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова вширь двора обратно на дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапли цепко цеплялся за цепь. Молодец против овец, а против молодца сам овца, который носит Сеня сено в сани, потом везет Сенька Соньку с Санька на санках, санки скок, Сеньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. А Сашка только шапкой шишки шиб. Затем по шоссе Саша пошел. Саша на шоссе Саша нашел. Сонька же, Сашкина подружка, шла по шоссе и сосала сушку. Да притом у Соньки вертушки во рту еще три ватрушки. Аккурат в медовик, но ей не до медовика. Сонька с ватрушками во рту пономаря перепономарит, перевыпономарит. Жужжит, как жужелица, жужжит да кружится. Была у фрала, фралу на лавру наврала. Пойдет к лавру на фрала, лавру наврет, что вахмистер с вахмистершей, ротмистер с ротмистершей, что ужа ужат, а уезжай жат, а у него высокопоставленный гость унес трость. И вскоре опять. Пять ребят сели пять, а пять с полчетвертью четверика чечевица без червоточины. И 1666 пирогов с творогом из сыворотки из-под простокваши. О всем о том, около колокола звоном раззванивали, да так, что даже Константин Зальцбургский, бесперспективняк из-под бронетранспортера, констатировал. Как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не превыскороговорить. Но попытка не пытка. Попытайтесь, дорогие телезрители. С вами была я, Светлана Тульская. Благодарю вас за внимание. До свидания.